Шалом, дорогие друзья, мы уже с нетерпением дождались всех, и мы уже начинаем расселение, мы уже стартуем, и сегодня первый день нашего шмус. Рассчитываем, потому что вы уже все-таки серьезные люди. Руки мыть нужно каждый день. Руки мыть, даже если лень. Это тебе. Ложечку за маму. Ложечку за папу. А теперь ложечку за себя немножечко. Ложечку за маму. Ложечку за папу. Эта песня малыша помогает ням-ням-ням. Секрету вам скажу. Такой человек, по-моему, могу всем исполнить настроение вообще вот так. Детки, это ваши мандрихи, вы знаете? Сейчас мы разделимся на группы. У каждой группы будет свой мандрих. И вы в этих своих небольших группах будете обсуждать вот эти вот ваши таланты, которые вы себе нашли. Это будет развитие этого? Да. Притчу Матфея 25:15. Да, давайте. Все будет шмус. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, осветивший нас в Ишуа Мессии, который есть Господин этого Шаббата. Амен. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат 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 шалом. Барух ата Адонай Элохейну Мелех Аолам, Боре При Гагафен. Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, произрастивший плод виноградной лозы.